вот друзей своих встретил, хотят на тренировку. Так что давайте там встречаемся сейчас. Хорошо. Все, я приехал в детский садик. У нас 18:00 тренировка. Поднимаемся наверх. Сегодня у нас тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Все здесь холл. Вот, а вот солнце уже заходит, но мы продолжаем работать. Тут у нас ни отопления, ни света, но зато мы здесь есть. Видите, сколько время? А ну покажи часы. Добрый вечер всем. А ну покажи, чтобы проверить. О, она включена. Вот смотрите, какие ребята пунктуальные, в том числе и я. А Ранчук опаздывает, сейчас он должен приехать. Запишем опоздание. Таня, привет. Все нормально? 40 килограмм жмешь? Идем посмотрим. Ничего. И там переходим на тяжелую атлетику. Шарап, Витя и Макабей Влад. Будем готовиться на следующий год. Третий разряд выполнен взрослый. Пора уже. Занимаемся параллельно пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой. А завтра у нас еще чемпионат по армрестлингу. Таня, покажи, как приседать. Да, вот. С весом. Штрафник Оренчук опоздал. Добрый вечер. Сейчас немножко поработаем 35 килограмм. Рывок. Так, есть. 5 повторений. Маковей, хорошо. И шарап Витя сейчас делает. А вы с гантелями работаете? Жим гантели под углом 45 градусов станет. Жим гантелей под углом 45 градусов. Оренчук, давай начинай, чтобы я видел, что делать. Там делай. Чуть больше локти сгибай. Мехонцева, вот эти гантели тебе как раз подойдут. Все, Оренчук, давай. Хорошо. Отлично. Мехонцева первый раз. Брат на первом курсе учится в медицинском колледже города Бендеры. Вот сейчас замена. Младшая сестра. Ролян появился спустя 3 года. Сейчас сделаем. Когда-то очень хорошо получалось. Был небольшой перерыв, 2 года. Тут ветераны собрались. Там новички. И третий раз, 45 килограмм. Отлично. Все. И Витя, давай попробуй 45 килограмм сегодня. Давно мы не делали. Очень давно. Все, дерьма, я ухожу, уже 18:40, у меня урок закончится. Все, давайте, до побачения. Доделай тогда Валентин пресс и поможешь Дмитрию Кулакову. Ну да, потихонечку. Все, давайте, побежал. Давайте. Ой. Хорошо, надо тут двери поставить. Двери поставить, и чтобы тут никто не заходил. Все уже темнеет. О, свободно. Хорошо. Все, едем домой. Ну, на тренировку, в зал еще. 7 часов у нас тренировка там продолжается. Тренировки закончили. Поеду. Дал ребятам немножко поиграться, девчонка.
Все, девочки бегут, приносят мяч. Все, кидайте там сзади в машину, кидайте, я уезжаю. Все, кросс как раз побежать. Машину ложите. Вы домой не идете? Или пешком пойдете? Правильно, правильно. Наш 9 класс выпускной. Восьмом? Я. Все, до свидания. Вот козы, гонят домой.